Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы приготовим рыбу-зубатку в стейке, замаринованную в соевом соусе и в картофельном кляре. Для этого нам понадобятся стейки-зубатки, около вот килограмма. Вот мы их очистили, помыли, и вот уже нету ни кожицы лишней, и нету нигде костей крупных. Кости для бульона. А вот это вот три картофельных масочки, три яйца, соевый соус, соль, перец молотый и 3 столовых ложки муки сверху. Ну вот все, поехали. Берем 4 ложки соевого соуса и маринуем нашу рыбку вот здесь. 30 минут. Картошку очищаем и трем крупную терку. Слегка обжимаем ее и подсаливаем. А теперь нашу замаринованную рыбку мы обваливаем в муке. Вот так вот. Потом яйце. А в яйце я добавила немножко соли и перца. И потом завертываем вот так вот картофель. Жарим. В разогретую сковороду вливаем масло подсолнечное и выкладываем наши кусочки рыбы. А теперь переворачиваем наши снимки. Ну вот и пожарилась наша рыбка. Вот смотрите, какая она. Кляре картофельная. Подаем ее с овощами. Приятного аппетита!